Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jaya Hiri Varadhari Gopi Jana Vallabha Jaya Hiri Varadhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Kiravana Chari Yamuna Kiravana Chari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Шримад Бхагаватам, восьмая песня.
17 глава, Господь, 22 закладка не там, да? Сейчас я тогда открою. 22 глава, Бали вручает Господу, что он вручает? Свою жизнь. И 12 текст, да? Первый, да? Есть. Шишукавача. Тасьетхам хашаманасья. Прахрадобхават приях. Аджагама курушештха. Ракапатир и водхитах. Шишука увача, тасьетхам хашаманасья, прахрадобхават приях, аджагама курушрештха, ракапатир и водхитах. Шишука увача, тасьетхам хашаманасья, прахрадобхават приях, аджагама курушрештха, ракапатир и водхитах. Пожалуйста, следующий. Матаджи, пожалуйста. Словный перевод. Шишука хувача. Шишука Дева Госвами сказал. Тасья. Его Махараджу Бали. Итхам. Так. Пхашаманасья. Описывающего. Выпавшую ему удачу. Прахрадах.
Махараджа Прахлада, его дед. Бхагават Приях, преданный, пользующийся величайшей благосклонностью Верховной Личности Бога. Аджагама, явился. Курушрештха, о лучший из потомков Куру. Махараджа Парикшит. Ракапатих, луна. Ива, словно. Утхитах, взошедшая. Перевод. Шукадева Госвами сказал: «О лучший из Куру, Махараджа Бали описывал выпавшую ему удачу, и в это время, словно луна, взошедшая на вечернем небе, там появился Махараджа Прахлада, преданный, который необычайно дорог Господу». Тринадцатый текст. Там Индра Сенахсва Питамахам Шрия Вираджаманам Налиная Текшанам Прамшум Пишангам Барам Анджанатвишам Праламбабахум Шубхагар Шабхам Акшатам. Перевод. Царь Бали увидел своего деда, Махараджу Прахладу, счастливейшего из людей, темное тело которого напоминало своим цветом сурьму. Высокий и стройный, с длинными руками и прекрасными глазами, по форме похожими на лепестки лотоса, Махараджа Прахлада был облачен в желтые одежды. Он был очень дорог всем, и все были ему несказанно рады. Следующий, 14-й текст. Тасмай Балир Варунапаша Янтритах Самарханам Нопаджа Харапурвават Нанамамур Хвашру Вилала Лочанах Саврида Начина Мухо Бабхувахам. Перевод. Связанный путами Варуны, Махараджа Бали не мог, как бывало, выразить Махараджа Прахладе должное почтение. Он лишь поприветствовал Махараджу Прахладу, склонив перед ним голову. Глаза Махараджа Бали наполнились слезами, и он спрятал лицо от стыда. Комментарий его божественной милости Ача Бхактивиданте с вами Прабхупада, Шрила Прабхупада Ки. Господь Ваманадева взял царя Бали под стражу. Это означало, что Бали нанес ему оскорбление. Махараджа Бали искренне считал, что оскорбил верховную личность Бога. И Махараджа Прахладе это, разумеется, не понравилось бы. Вот почему Махараджа Бали, стыдясь своего поступка, опустил голову. Конец комментария. Омагьяна Тимиранга Сиагьянанджана Шалакая Чакшубана Витамина Тусмайши Промена Комкова Чувачалам Панам Ванхарка Еринетка и Патамахану Дэши Хуптината Намайши Будайм Кришна Кришна Батареевши Мати Нарамшина Санамитина Минана Хатпресса Субтитры сделал DimaTorzok.
История Бали Махараджа подходит к своему счастливому концу. Но пока кульминация его страданий. Хотя непонятно, как к этому относиться. Страдание ли это, учитывая то сознание, в котором он находится. И как в первом части первого стиха, который мы сегодня прочитали, говорится, что Махараджа Бали описывал выпавшую ему удачу. Вот. И, конечно, для того, чтобы не то чтобы понять, похоже, понять это вообще невозможно, ну, во всяком случае, для меня, вот, для того, чтобы хотя бы вот, хоть каким-то настроением пропитаться и какие-то выводы сделать из этих историй, нужно не совсем линейное отношение мышления. Сама эта история, она ну, достаточно такая сложная, как мне кажется. Или вам все понятно? Ну, поэтому, ну, в общем-то, большинство историй, связанных с Верховной Личностью Господа, они вот необычные такие. И даже преданных, начинающих преданных, они вводят в недоумение, в такое в смешанные чувства. Взять хотя бы случай, когда Кришна позвал всех гопи в лес, а потом сказал, чего вы пришли сюда? Вы вообще нарушительницы всех устоев. Помню, моя жена Рассасун говорит, очень сильно возмущалась. Что это такое? Что это за Бог такой? Как он так? Как так можно вообще поступать, женщина? И почти каждая история, она вот связана с таким, с двойственностью, то есть вроде бы нарушение, ну, то есть прямое нарушение морали, то есть это, и это превозносится как вот что-то особо высокое. И на первых стадиях нашей духовной практики, когда мы пришли с такой полностью уверенностью и с какой-то моделью отношения к религии, что это вот свод каких-то законов и правил, которые делают нашу жизнь ну, просто благочестивой. И мы когда начинаем соприкасаться с вот этими элементами бхакти, то есть взаимоотношений, которые не связаны просто правилами и предписаниями внешнего поведения, которые связаны больше взаимоотношениями и эмоциями, то все очень непонятно. То есть все требует как дополнительного понимания. А откуда его понимание взять, если у нас нет такого опыта этих взаимоотношений? У нас есть опыт взаимоотношений, как друг друга обмануть, что-то украсть, как-то там локтями поработать за место под солнцем. И для того, чтобы вот эти все вещи было удобнее делать, придумали какие-то правила и законы, ну, чтобы не просто убивать друг друга. А вот если делать все по правилам, по каким-то красивым законам, жить будет легче. Вот и вот те, кто боятся, те живут по правилам, а кто не боится, тот нарушает эти законы. И когда мы начинаем читать о каких-то неземных, трансцендентных законах, то вот это не вписывается в наши клише. Даже если взять эту историю с Бали Махараджем, то ну, непонятно, как бы нормальный человек. То есть,
это, ну, не простой человек, то есть завоевал все три мира, то есть все подчинил себе, уважаемый человек. Ну и как бы ведет себя вроде бы нормально. То есть священников позвал, жертвоприношения проводит. Все по правилам, все удовлетворены, всех он вознаграждает. Ну как бы все очень чинно. И мы видим, что и в нашей аналогичной жизни, то есть несмотря на то, что там, все эти воры и негодяи, то ли правители, которые вместо того, чтобы заботиться о своих, о своей прадже, то есть чтобы о своих жителях заботиться, они их просто обкрадывают с помощью налогов, коррупции. И в принципе тут ничего нового, это все описано в Бхагаватам, что так именно и будет в Кали-Югу. Или там бизнесмены какие-то, так называемые олигархи, которые тоже все свое богатство получили за счет махинаций и приватизаций каких-то незаконных, коррупции вместе с чиновниками. То есть при этом как бы внешне они все выставляют очень прилично и считают себя людьми высшего общества, какие-то приемы там проводят, балы, еще что-нибудь. То есть всегда, даже если это вот такая деятельность, всем хочется выглядеть благородно. Но Шримад Бхагаватам удивителен тем, что вот он всю эту внешнюю сторону это преподносит и все-таки дает суть взаимоотношений. И пока мы читаем в этом умонастроении, то есть внешнего восприятия, то мы видим это, ну, внешнее восприятие. Ну вот, большой человек проводит авторизованное мероприятие, и тут появляется Ваманадев. И тоже все, в общем-то, достаточно чинно. Сияющий Ваманадев, это, его принимают как положено. То есть, и в этом нет никакой проблемы. То есть, Махараджа Бали не стал, даже как Дакша, как-то пытаться сразу вот, своим ложняком опорочить святую личность. Да? Ведь, ну ладно там Дакша, сразу в бутылку полез. То есть, ну, Махараджа Бали, все это, он готов был, он правильно принял, поприветствовал и предложил все. Несмотря на то, что его даже, его духовный учитель отговорил. Это так, жреца, в общем-то, священника, это почему-то здесь Бхагаватам, то ли так перевели, но интересно, как там в английском. То ли, ну, называют духовным учителем. Хотя, по большому счету, то есть Махараджа Бали поступил намного более реализованно с духовной точки зрения. И вот, это, несмотря на то, что он как бы поступил очень правильно, Господь все равно его наказал. Он показал ему его место. Ну, все, эта история понятна, один шаг, второй, и некуда. И все, и вот такая кульминация. Махараджа Бали опять же принимает третий раз правильное решение в этой истории. Все испытания, которые приходят, все проходят достойно. То есть он смиренно, понимая, в чем суть, несмотря на увещевание жрецов, все, он говорит, пожалуйста, отдаю тебе все, ставь свою ногу мне на голову. И несмотря даже на это положение, все равно Господь его связывает
веревками. И вот сейчас как раз мы в этой кульминации, то есть стоит Махараджа Бали связанный, и при этом он молится Господу и прославляет его и благодарит. Удивительно. То есть нас тут чуть-чуть где-то заденет кто-то. Это не то, что какой-то вред причинит, просто не заметят наши усилия, то есть, или не поблагодарят, или не ответят на наши ожидания. Люди и не знают, что мы там себе задумали и ожидаем. Ну просто мы им даже не сказали об этом, но на них не ответили, и мы уже обижаемся, и мы уже не знаем, что, как выразить свое негодование по этому поводу. А тут Махараджа Бали все отдал. Он как следует поприветствовал. Он пожертвовал все, что предложил все. Там, интересно, там, в перечислении, когда Махараджа Бали перечисляет, он там возьми и земли, и это, и коров. Это, ну и то есть такие несопоставимые для нашего восприятия ценности. Там целые планеты жертвуют, и тут же коров, например. То есть это такое огромная ценность в соответствии с землей. То есть он все готов был отдать, все, он даже отдал себя, свою жизнь. Это, и, но его все равно пленили. И при этом он все равно прославляет Господа и благодарит его за то, что он с ним поступил. И вот на сцене появляется Махараджа Прахлада. Как раз мы сегодня об этом прочитали. Удивительный момент и описание Прахлады Махараджа. То есть обычно мы его знаем как маленького мальчика пятилетнего, который не подчиняется отцу, а здесь он уже дед, вот, глава рода, всеми уважаемый, несмотря на все это, высокий, статный, смуглый, с лотосоподобными глазами. То есть он выходит на арену, и все тоже очень почтительно к нему относятся. И Махараджа Бали испытывает естественный стыд, потому что на глазах у деда он плененный стоит, связанный. Это если бы мы где-то проштрафились, и тут наши старшие пришли, а мы в наручниках там с полицейскими. И такой, подпотупив взгляд, он стыдливо, ни поклона не может понести, ничего. И казалось бы, если бы мы рассуждали, то наоборот, надо было сказать, да я же все сделал. То есть царство отдал, себя предложил, как следует принял. Непонятно за что, не виноватая я. То есть обычный человек так бы действовал. То есть, ну, дед, ты-то меня знаешь, я же благородный человек. Ни в чем, все правильно сделал. Почему я связан? Но Бали Махарадж проявил свое величие, своего понимания, сознания, и он стыдливо понурил голову перед дедом. И дальше Прахлада Махараджа, он и объяснит вот суть. Скажет, Господь, твои действия, они абсолютны в любом случае. Они были абсолютны, когда ты позволил Махараджи Бали завоевать все три мира и наслаждаться. И они не менее совершенны, когда ты отобрал у него все это, поскольку он начал этим гордиться.
То есть действия Господа, они всегда абсолютны, как и действия чистого преданного. И мы видим, что когда мы попадаем в какую-то ситуацию, когда уже нам не за что держаться, то чистая любовь, которая живет в нашем сердце изначально, она проявляется. Потому что это то, что нам принадлежит вечно, это то, что невозможно у нас забрать, это то, что является нашей сутью. Сознание Кришны, оно живет в нашем сердце изначально. И мы видим, Махараджа Бали это проявляет. То есть он сразу же понял, когда, как только он понял, что перед ним Верховный Господь, и Бригумуни подтвердил, он сказал, это сам Вишну. То есть это не иди с ним ни на какие соглашения, его невозможно удовлетворить, его невозможно победить. И с ним это невозможно тягаться ни в каких материальных делах. Он всегда побеждает. Никого не было еще в истории, кто мог бы ему победить. Но Махараджа Бали, поскольку это любовь к Господу, сознание Кришны, оно было у него изначально в сердце, то он спонтанно проявил это, и он просто предался Господу. То есть он сделал то, он не стал с ним сражаться, он не стал следовать этим наставлениям и пытаться как-то удерживать свое положение, богатство. Он просто предался Господу, и вся эта история в конце концов имела положительный результат. Не буду забегать вперед, в общем-то уже немного времени осталось до развязки. Уже получается в конце главы уже будет жена Махараджа Бали, Господь Брама молится, и Господь, вняв своим преданным, наградит Махараджа Бали, будучи, в общем-то, удовлетворенным его вот этим сознанием. Потому что это единственное, что может удовлетворить Господа. И мы видим, что Махараджа Бали, он проявил это спонтанное чувство к Господу, которое не так дешево и не так доступно. К сожалению, мы это не обладаем этим спонтанным чувством, и именно для этого мы читаем Шримад Бхагаватам, для того, чтобы увидеть, как преданные ведут себя в подобных ситуациях, чтобы в своей жизни применить это на практике, чтобы помнить, что что бы ни случалось в нашей жизни, это есть какой-то план Господа, потому что без Его повеления даже травинка не шелохнется. И что бы ни происходило в нашей жизни, это предназначается для нашего высшего блага. Как Махараджа Прахлада дальше объяснит это положение Бали, что эта ситуация очистит его от этой гордости, очищает и позволяет избавить от ненужных привязанностей. И мы немного, совсем чуть-чуть не дотягиваем до Махараджа Бали, то есть по своему могуществу. Вот. И испытания нам тоже будут чуть-чуть меньше, соответственно, но то сознание, с которым мы должны к ним относиться, оно абсолютно не отличается. Точно так же, как сравнивают могущество Господа с океаном, а качество души с каплей этого океана, которая неизмеримо меньше по своему могуществу, величине, но точно такая же
душа по качествам. Точно так же и в своей преданности сознание Кришны живет в каждом сердце. То есть оно изначально там находится. Это не то, что у кого-то оно есть, у кого-то нет. Каждое живое существо изначально обладает бесконечным сознанием Кришны. Просто в силу этих ужасных сложившихся обстоятельств нашего падения в материальный мир, это сознание, оно покрыто различными наслоениями. И наша задача приложить усилия для того, чтобы освободить его, чтобы проявить эту свою естественную природу. Это не то, что нам нужно где-то что-то приобрести, прокачать. То есть это то, что у нас уже есть. Все, что нам нужно, это навести порядок, убрать грязь. И тогда это засияет наша любовь к Господу. И именно изучение священных писаний и является вместе с наставлениями духовного с исполнениями наставлений духовного учителя именно является вот этим средством для очищения. Потому что пока мы пройдем этот путь до спонтанного преданного служения, до Радхануги Садхана Бхакти, нам нужно пройти этот путь очищения. И он заключается в нашей практике следования правилам и предписаниям Ваидхи Садхана Бхакти. То есть, следуя этим всем правилам, следуя наставлениям духовного учителя, главным из которых является повторение святого имени, следуя определенному распорядку дня, следуя другим запрещенным действиям и разрешенным, мы постепенно очищаем наше сердце, и постепенно это сознание Кришны, оно просыпается. И постепенно от ложного энтузиазма мы приходим к уровню глубокой веры, что позволяет нам уже выстраивать эти изначальные отношения с Господом. И независимо от того, на каком уровне мы находимся, то ли в Ваидхи Садхана Бхакти, то ли Рагануга Садхана Бхакти, признаком Рагануги является это то, что мы все время находимся в служении. То есть мы уже спонтанно все время связаны тем, наш ум ни на что не отвлекается. Все время заняты только служением Господу. Неважно, воспеваем мы или что-то делаем для Господа, или участвуем в играх, но мы даже не замечаем ничего другого, что происходит. Но независимо от того, в каком процессе мы находимся, нам всегда нужно вдохновение. И это вдохновение, оно может быть связано, и оно всегда связано с разными причинами. То есть если, и это, в общем-то, признак тоже, по которому мы можем определить, насколько мы продвинулись к своей цели очищения сердца и восстановления взаимоотношений с Господом. Потому что в чистом сердце нет никаких других примесей, кроме желания удовлетворить Господа. Если же у нас в большей или меньшей степени присутствуют еще какие-то желания, какие-то могут быть желания, ну, каких-то в грубом варианте чувственных наслаждений. Или даже просто избавиться от страданий. Что тоже является достаточно сильным действующим, движущим мотивом. В грубой или тонкой форме
просто страх перед реальной или нереальной угрозой. Но это все те примеси, которые отвлекают нас. И для того, чтобы мы могли очищать сердце, для этого и существует этот процесс следования определенным правилам и предписаниям, которые помогают нам избавиться от этого загрязнения, от разных дополнительных примесей. И важной частью этого процесса является молитва. И мы видим, Шрила Прабхупада дал нам этот процесс, когда весь наш день он связан с искренней молитвой. Мы начинаем свой день с молитвы духовному учителю, мы прославляем гуру. И так дальше, что бы мы ни делали в нашей жизни, принимали просад, какое-то служение выполняли, это все связано с молитвой. И очень важно осознанно делать это действие. То есть, потому что мы часто сбиваемся на внешние механистические какие-то ритуалы или действия. Но настоящая деятельность – это как раз предварительная деятельность, когда мы свое сознание приводим в молитвенное состояние. И пуджари знают, что проводя пуджу божествам, то есть там две трети, если не три четвертых самого процесса, связан с тем, что пуджари молятся для того, чтобы войти в определенное состояние, чтобы разотождествить себя с телом и осознанно выполнять какие-то функции. И потом внешние вещи, там, связанные с одеванием Господа, с Его очищением и так далее, они уже происходят в этом очищенном состоянии. И поэтому наша практика, вот, она и состоит из правильной молитвы. Это то, на что мы должны обращать особое внимание. Потому что собственными усилиями невозможно получить бхакти. То есть собственными усилиями мы не можем получить эту любовь к Господу. Потому что никакие ритуалы, никакие наши усилия нашего тела или даже наше тонкого сознания, они не смогут это изменить, потому что это то, что не принадлежит этому миру. То есть бхакти мы можем только получить от носителей бхакти, от того, кто этим владеет, от Господа или от Его преданных, у которых оно есть. Поэтому все наши усилия, они и сводятся к этой правильной молитве. Когда мы... То есть молитва – это не просто просьба о том, чтобы что-то получить, это признание и принятие личности, к которой мы обращаемся с молитвой. Как мы сейчас в Картику, в месяц Дамодара, каждый день поем эту замечательную молитву Дамодараштаку, Сатьяврата Муни, где она так и построена, там первые три куплета мы прославляем Господа, прославляем Его форму, Его игры, Его взаимоотношения с преданными. И когда мы установили уже у себя вот это понимание величия, такое слово, оно не дает сути Господа, Его вот этих любовных взаимоотношений, Его доступности, с одной стороны, для преданных и необычайной красоты, формы для всего мира, тогда мы начинаем молиться. И тогда следующие куплеты Дамодараштаки, они звучат как мольба.
что мы хотим, нам не нужно ничего больше, Господь, просто мы хотим восстановить наши взаимоотношения с Тобой. Ты нам дорог, мы понимаем, какой Ты. И опять в заключительном куплете мы прославляем Господа. И вот в такой ключе эта молитва происходит. И именно тогда происходит соединение нашего сердца, благодаря этой молитве, с личностью, которой мы молимся. И благодаря этой нашей открытости Бхакти может войти в наше сердце и пробудить спящее в нас сознание Кришны. Но для этого нужно иметь определенный вкус. И вкус – это те желания, которые у нас возникают. И для того, чтобы воспитать правильный вкус, мы должны изменить эти желания. И сами по себе они не изменятся. Для этого мы изучаем эти замечательные истории, описанные в Шримад-Бхагаватам. Для этого мы общаемся с преданными, которые обладают вкусом к служению Господу, Кришна-катхе, к воспеванию святого имени. Для того, чтобы очищать свой вкус, очищать свои желания, чтобы наша молитва была еще более искренней, чтобы мы, наш взгляд видел в тех, с кем мы общаемся, вот эту искру сознания Кришны, которую мы хотим получить, чтобы наше сердце открылось для этой искры. И тогда, в момент испытаний, когда внешние обстоятельства станут для нас очень тяжелыми, мы вдруг поймем, что это милость Господа. И мы сможем увидеть в этом Кришну. И точно так же, как Махараджа Бали. То есть мы с благодарностью будем прославлять Господа. И благодаря этому мы восстановим свои с Ним взаимоотношения. И Господь точно так же, как для Махараджа Бали, с улыбающимся лицом, то есть сделает для нас подарок. И главный подарок это будет в том, что мы добьемся главной цели нашей духовной практики, нашей жизни, когда мы будем все время помнить о Господе и никогда его не забывать. Харе Кришна. Может, есть какие-то вопросы? Есть еще 5 минут. Дополнение, исправление. Хари Кришна, спасибо, прямо раз пробу. Как понять, это кармические реакции за грехи прошлые, когда проблемы приходят, когда тяжело, или ли это испытание Господа? И связано это с нашими кармическими реакциями, когда приходит испытание, или как? Это одно и то же. Нет смысла это разделять. В любом случае, это и испытание, вот, и милость Господа. А как понять, надо молиться. То есть у нас нет другого пути, мы никакими собственными усилиями не сможем это понять. Потому что наших усилий микроскопических, разобраться в тех хитросплетениях, что мы начудили за столько времени, ну, просто невозможно. Да и в этом нет никакого смысла. Но если мы будем искренне молиться, то Господь обязательно ответит. Он пришлет преданного, который поможет нам разобраться. Сможем найти наставника, который облегчит как-то наши мысли. Что это естественный процесс нашей скорби,
по поводу своего положения. И мы видим, это не только мы, незначительные живые существа. Великие личности, пригумуни, жрец и знаток всех вед, то есть, и тот он не мог разобраться. И для этого нужно было искренность Махараджа Бали, его контакт и взаимоотношения с преданными, с дедом Махараджем Прахладой, с Нарадой Муни, для того, чтобы в нужный момент это все проявилось. Поэтому нам нужно заботиться о том, чтобы у нас было это общество, которое поможет нам, несмотря на какие-то внешние трудности, оставаться в чистом сознании. Поэтому все воспринимайте как милость Господа, а чтобы понять, нужно молиться. А как поможет общество, когда пришли такие? Кому-то это все вылить, спросить? Или... Когда у вас будут искренние отношения, то это не будет выглядеть как на кого-то что-то вылить. Потому что выливаем... Не на кого-то свое вылить. Ну, свое вылить не будет. Когда у вас будут взаимоотношения, то тогда вы будете в форме любовных взаимоотношений это делать, открывать свое сердце и выслушивать о сокровенном у кого-то, параллельно угощая просадом, принимая просад, обмениваясь подарками. И эти отношения нужно культивировать. А начинаются с того, что мы прилагаем осознанные усилия в восстановлении этих отношений. И если мы хотим с кем-то отношения восстановить, то в любом деле, в любом мире мы как эти отношения восстанавливаем? Мы идем и что-то делаем для этого человека. Мы служим. На работе мы хотим отношения. Мы начинаем помогать друг другу, там, выслуживаться перед начальством. Это даже в этих отношениях естественно. И тем более во взаимоотношениях между преданными. Нет, для преданного, то что там для преданного? Для Кришны нету более дорогого преданного, чем тот, кто помогает ему возвращать заблудшие души обратно в его общество, в духовный мир. Точно так и преданные, если они все заняты служением, поглощены, если у нас есть какая-то возможность помочь им в этом служении, то... служа таким образом каким-то конкретным преданным, помогая им в их служении, их старшим, их духовным учителям, Шриле Прабхупаде, в конце концов, у нас и восстанавливаются эти отношения, в которых мы можем не выливать друг на друга, а просто сердечно общаться. И это сердечное общение помогает нам загладить нашу материальную боль от внешних страданий и пробудить этот вкус к духовной деятельности, когда нас уже, в общем-то, не будет, мы не будем замечать эти страдания, потому что наш ум будет сосредоточен на одном вопросе. Как я могу служить Господу? Что я могу для Него сделать? Все остальное для нас будет не так важно. Но для этого нужно, пока мы находимся на уровне регулируемого преданного служения, пока у нас нет этого спонтанного, мы должны его действовать в соответствии с садхана-бхакти, то есть и осознанно прилагать усилия для того, чтобы, служа преданным, развивать с ними отношения, где мы могли бы свои боли обсудить или унять. Харе Кришна, время закончилось. Спасибо большое за то, что пришли и пообсуждали Шримад Бхагаватам. Рантарад Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.